Что ты делаешь, братух? Наушники, чё? Здрасте. Забор покрасть. О, кто-то пьяный. Нет. Нет. Нет, это не так. Чё, девчат, чё вам сыграть? Самое сложное, что ты умеешь. Ну, самое сложное, это надо строй делать. А я так что-нибудь лайтовенькое. Ну, давай. Но если лунная соната, это что-то лайтовенькое, то ты вообще красавчик. Очень супер. Друзья, всем привет! Очередной ролик, который сделал специально для вас, и надеюсь, вы его оцените по достоинству. Подписывайтесь, от ваших подписок зависит будущее этого канала. И спасибо, что смотрите. Уверен, что многие из вас, смотря на то, как другие играют на гитаре, хотели бы попробовать научиться играть на ней. И самый действенный способ для этого – это приложение Timbro. Открываем приложение, и первое, что придется сделать, это выбрать уровень игры на гитаре. Хочется отметить, что Timbro подойдет как для начинающих гитаристов, так уже и для продвинутых. Также в приложении можно фильтровать песни по уровням сложности. Timbro работает таким образом, что он разбивает какую-либо песню на составляющие, и каждую составляющую ты раз за разом повторяешь, до тех пор, пока не сможешь сыграть песню полностью. Я думаю, тут все понятно. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Timbro, скачивай и развивайся. Ссылка в описании. Ты в Ливерпуле играешь?
Да, я футболист. Классно. У Откуда меня. Я из Манчестера. Чё, как дела у вас? Хорошо. Чё делаете, где вы сидите? А, я подумал, что вы в фуре. Типа, ну, там, дальнобойщики. Ну, ладно. Как... Пойдем. А вы просто сидите в машине и все? Ну да. Катаемся, нет. Дай воды. Блин, Сука, кстати, вот так. мы без воды сегодня. Ну потом искупаетесь. Что сыграть вам? А что умеешь? Ну блин, батарейка это вообще банально. Просто Лер. Ну я могу сыграть батарейку там, Фингерчпокинге? да. Давай. Я говорю, как интересно, ему ушам сильно больно, ну, от нашего вокала. Да не, пойдет. Она говорит, Ничего. да, смотри, он кровь полилась. Футболка вся красная. Кровь из ушей полилась. Ты давно уже, да, занимаешься? Да. Бля, тебе надо просто канал на Ютубе там создавать свой, потому что это очень круто. Спасибо, приятно. Спасибо, ребят. С вашего позволения я пойду дальше. Да, давай, вообще класс. Привет. Привет. Играешь? Играю. На Сыграй фоне. свою любимую песню, пожалуйста. На фоне. Красавчик. Спасибо. Серьезно. Если занимаешься, продолжай. Самомотивируйся. Превращай свое хобби в работу, чтобы работа была в кайф. Ой, спасибо. Спасибо большое. Это вот правильные слова. Меня зовут Шевен. Привет. CSGO, карта The Mirage. Да? И чё? Зачем? Почему тебя запушили в яме? Ты как-нибудь смоки клади, я не знаю, тайминги выжидай, чё?
Не получилось чуть-чуть. Тут 5-7 у нас мы ведем, и просто я с диглом форс сделал. Мы просто прошлый раунд просрали. Очень плохо, очень плохо. Короля еще. Ну что, что? Киса, киса, можешь? Ну-ка, на ютубе, я не помню канал какой, снимаешь пранки. Так. Да? Так. Блин, название не помню, канала. Ну-ка, просвети нас. Ну, окей. Альберт Халиков. Да-да-да. Альберт Халиков. Что-нибудь. Да-да-да. Ну, все, другой разговор. А что сыграть-то? Да не знаю, что может быть, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ну, это вы прям уже меня достали со своей Nirvana, ладно. Спасибо, ребят. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Альберт Халиков. Ищите меня. Все, ребят, давайте счастливо. Пока-пока. Альберт, теперь твоя очередь. Отключили. Хорош, сильный. Спецназ шоу. Розыгрыш в стиле спецназа. Так ты разыгрываешь людей? Да, типа актер. Типа маски шоу. Да, Это прям профессия, что ли, я не понимаю? Не профессия, это хобби. Хобби, на самом деле. Не, ну я... У вас настолько много заказов, что на это можно жить, что ли? Нет. Это не основное. Основное у нас другое. Основное так... это мы... Что делаем? Что ты делаешь? Это я чаще занимаюсь, например, работой. А это, вот это, которое у меня, это хобби. Я им занимаюсь, когда у меня время есть. Я понял. Прикольно, слушай, я никогда в жизни не общался с человеком, который устраивает маски-шоу, по сути, да? Ну, кстати, на это много, да, кто-то ведется, типа, даже много людей хотят познакомиться. Но, по сути, я не должен был говорить, кем я работаю вообще, и вообще, как меня зовут, откуда, какого города. Ну, город и ладно, что могу сказать. Вот. А такое основное, типа, нет. Типа, Ну, прикольно. Короче, ты из Сургута, да? Да. А чё, как тебя вообще зовут? А, меня Гена. Гена. А. Ты же говорил, что тебе нельзя называть, как тебя зовут. Гена — это у меня второе имя. А так меня не Гена зовут, если чё. Так что можешь просто Гена. Это нормально. Yeah,
Люся, я пойду, короче, да. Все, давай, счастливо.